Блин, скорее бы долбанный новый уровень, я уже заколебался. Хотя, что мне новый уровень даст, кроме 5 веса прибавления? Скорее прийти домой и все переложить. Вот что будет неплохо. Эбонитовая руда. Выкидываю одно из самых ценных. Из того, что у меня есть в инвентаре. Перо, нафиг. Все равно перегружен. Надо было на том алхимическом столе все-таки что-нибудь сделать. А я как-то не сделал ничего. Это то, что у меня изготовлено. Зелье взломщика, водного дыхания. Так, надо выкинуть что-нибудь. Вот, например. Можно сохраниться теперь. Это прогресс, я выкинул все ненужное, и теперь может сохраниться. Так, отлично, теперь мы идем в какие-то вообще отдаленные уголки этого храма. Что у нас тут светит? Тут что-то должно быть, я чую это. Нет, ничего. А, сундук. Яд бешенства. Существа и люди 8 уровня и ниже атакуют всех подряд в течение 10 секунд. Я думаю, что все это можно, в принципе, изучить. Сколько мне тут говорили видов магии? 500, по-моему. Всяких перков и тому подобного. Ну, магических, я имею в виду. Часовня Ауреля. Ну вот, мы вроде приперлись на место. Я надеюсь, что осталось недолго. Блин, этот DLC уже, наверное, часов 17 длится точно. Соси, факрай. Вы не можете идти в эту сторону. Почему? Что за... Простите меня. Какие воздушные стенки? Первый раз такую надпись вижу. Вы не можете идти в эту сторону. В Скайриме впервые такое вижу. Да вообще в The Elder Scrolls впервые такое вижу. Не было этого никогда. Заставить Виртура объясниться словами или силой. Это похоже на Warcraft 3, когда там этот натворивший дел сел на трон. И затем уже начался Frozen Трон. Ты всерьез надеешься завладеть луком Ауреля? Да не, я в шутку. Этого я от тебя и ждал, что ты приведешь ко мне свою очаровательную спутницу. Он что, обо мне говорит? А значит, как ни печально, мне от тебя больше нет пользы. А ты еще откуда? Отлично. Не то. Макарена. Офигеть тут вас собралось, ребятки. Ладно. Я вас всех все равно положу. Не надеетесь ли вы выжить случайно в этой битве? Это было бы слишком наивно. Руби! Рубилова. Да твою налево! Сирануш, ты меня заблокировала. Зачем так делать? Это еще не все. Вторая порция на подходе. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Спокойно, парень. Спокойно. Спокойно. Хватит там рыгать за моей спиной. Ты что, мне на нее плюешь, что ли? Минус еще один. Впечатляет, но и только. Вы лишь оттягиваете собственную смерть. Твою-то смерть, да. Берегись, он сейчас обрушит потолок. А твою налево! Хватит дырявить тут все. Как тебе не стыдно? Убить. Кто там? Да, это было еще не все. Ну ладно, хорошая такая бойня получается, знаете ли. С таким количеством я не сражался, ну, наверное, никогда.
Поэтому это довольно-таки интересно выглядит. Обычно какой-нибудь один враг сильный или два слабеньких врага. Но здесь их штук 10 как минимум. Отлично, призывалка врубилась. Не то, вот это то. Херач его. О, господи, вот это уже не смешно что-то. Так, этого просто снесло. С помощью его же хозяина он отправился на тот свет уже окончательно. Ох ты, ёшкин матрёшкин. Так, лучше выпей зелье от греха подальше. Исцеление болезней. Где тут зелье? Регенерация здоровья, ладно. Плевать. Восстановление здоровья. Тихо, 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 тихо. Не слишком-то быстро оно и регенерируется. Что тут было? Должно было быть. Я же брал. Вот, наилучшее зелье. Спокойно, только не окружайте меня, господа. Ой, все равно ж прости. Опять я тебе по башке заехал. Я бы не сказал, что это не было умышленным. Но в суде ты ничего не, не докажешь. Что, нервничаешь, да? Ух ты налево. Ух ты направо. Это ж такое. Ты в порядке? Держись, мы выстоим, я точно знаю. Куда он свалил? Наверху, на балконе, пошли. На балконе? Если б я так на балкон выходил. Прекрасно. Хватит, Вертур. Отдай нам лук. Да как ты смеешь? Грядку. Я был викарием Ауреля, девочка моя. Меня слышал сам Бог. Пока преданные не повредили тебе. Да-да, мы все это уже слышали. Гилибором и такими, как он, было просто манипулировать. Посмотри мне в глаза, Сирана, и скажи мне, кто я? Серый хер. Ты вампир. Но тебя должен был защитить Ауреэль. И в тот момент, когда меня заразил один из моих посвященных, Ауреэль отвернулся от меня. Клянусь, я отомщу, чего бы мне это ни стоило. Ты хочешь отомстить Богу? До самого Ауреэля мне не дотянуться. Но его влияние в этом мире в моей власти. Все, что мне нужно, это кровь вампира и его собственное оружие, лук Ауреэля. Кровь вампира, лук Ауреэля. Большой гамбургер. Ты создал и соус. Для этого пророчества недостает одного единственного, последнего компонента. Крови настоящего вампира. Крови дочери холодной гавани. Ты ждал все это время, пока сюда придет кто-то с моей кровью. Что ж, очень жаль. Я намереваюсь исполнить его. Посмотрим. В этой крови какая-то сила. Что это? А ты еще? Отлично. Дом 2 начинается. Может мне просто в сторонку постоять? Хиленький, а? Хиленький ты! Прощай. Чё ты такой хиленький? Я от фалмеров больше раз подыхал, нежели от твоих нападков. Наносит 25 урона холодом, такой же урон запаса сил. Что это? Древняя фалмерская броня. Иди сюда, а то я что-то
в перегрузе. Тебе нужно? О, что это? Что? Я хочу тебе отдать вещи. Какого черта ты? Вот тварина. Давай. Да. 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 Нет. Господи, чего у меня там можно выкинуть? Чего мне можно выкинуть? Чего мне выкинуть нельзя? Надо вообще все повыкидывать чертям собачьим. Так. Запас сил нафиг. Я просто хочу эту штуку собрать, потому что она, в принципе, уникальная, насколько я понимаю. На память возьму, а там посмотрим. Такс. Все равно, что ты меня просто подставляешь. Я даже не знаю, как это еще назвать. Точнее, не скажешь. Ты просто меня подставляешь. Я еще этот дурацкий кинжал взял. Просто офигеть. Вот что у меня, здесь такого? На 400 веса. Ну да, три этих свитка. Или два. Три. На 60. Остальное откуда? Просто жесть. Так, может быть, у меня здесь что-нибудь с неизвестными свойствами? Будем разгружаться всеми доступными средствами. Отлично, я еще и траванулся по собственной воле. Вот что у меня? У меня тут только булава, этот пару луков. Долбанутый этот посох очарования по какому-то квесту, который я вообще не могу выкинуть. Который я пытался... Хотя нет, наверное, он там был ни при чем. Ладно, неважно. И что мне вот здесь вот выкидывать с такими вот перспективами? У меня ничего не осталось. Так, одну могу выкинуть шкуру. Все равно наш шестерка перегружен. Да. Что да? Тебе в рифму ответить. Караганда, блин. Не видишь, дура, я перегружен. Какого черта ты тут дакаешь? Ладно, медленно и неспешно, но уверенно. Итак, дело сделано. А ты что тут делаешь? Установление этого дорожного святилища означает, что Виртур мертв, и преданные больше не имеют власти над ним. Что? О чем ты говоришь?